Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем приманочку на сером 1 фриплей. Первый сер, мы здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить меню при регистрации и также не забывайте вводить мой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Ги. Мы при достижении 5 уровня получите 50 тысяч, при достижении 10 уровня получите 100 тысяч. То есть в общей сумме получите 150 тысяч. Промокод можно вводить на любом сером 1 фриплей. Ну что ж, сегодня у нас будет Fly Challenge, то есть полет челлендж, либо долети челлендж. И в конце видео я кину этот челлендж пару ютуберам, и они должны будут это выполнить. Будет всего 5 заданий, и которые я вам покажу. В принципе, 2 из них будут сложные, а 3 из них будут простые. Но все равно, я думаю, им придется попотеть, это по-любому. Челлендж, пацаны, довольно-таки прикольный. Мне его кидали до этого. Я выполнял задание другого ютубера, а в этом видео я буду сам делать задание, и ютуберы другие, которым я кину этот челлендж, должны будут его выполнить. Я думаю, это довольно-таки классно, пацаны, поэтому с вас обязательно лайки и не забывайте подписываться на канал. Всем приятного просмотра. Итак, первое задание. Нужно залететь на военную базу в Батырево и потом вылететь из нее. Это будет довольно-таки сложное задание. Следующее задание простое. Нужно просто около рынка Батырева перепрыгнуть через тир и попасть в воду. Следующее задание уже сложное. Около больницы в Арзамасе бывшей есть недостроенный мост, и нужно через него перелететь и сделать сальто, приземлиться на колеса. Следующее задание довольно-таки простое. Нужно перелететь мусорку и деревья за Арзамасом. Ну и последнее задание. Нужно перелететь мост около ФСБ, в принципе, с помощью камня. Ну что ж, вот вы видели 5 этих заданий, которые должны будут выполнить ютуберы. Этот челлендж я хочу кинуть таким ютуберам, как Джерри, Разор Арт, Бурсач, Край Медиа, Димка Банмор и Фоди. Они будут должны выполнить этот челлендж. Выполнять челлендж можно на любой машине. Также вы можете попробовать его выполнить. Ссылки на каналы данных ютуберов будут в описании. Можете им написать, если они не увидят этот челлендж. Ну а я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.